4 марта 2022 года. Вот здесь вот в Штутгарте университет, стоит башня. Вот кто-то эту башню взял и подсветил. Сейчас, конечно, ночь, и камера у меня, конечно, на телефоне дешевенькая. Вот сейчас камера параллельно земли, поворачиваем вправо и наверх. Это примерно 10-11 этаж, грубо говоря. Я не считал. Но при условии, что все здания вокруг двух- или трехэтажные, то, конечно, видно это уже издалека. Ну да, синий и оранжевый. Желтого фонаря, конечно, они не нашли. Не знаю, кто это там установил, брать не буду. Чего не знаю, того не знаю. Ну да, как я уже сказал, при условии, что все здания вокруг, в округе, примерно двух- или трехэтажные. Камера, конечно, у меня слабенькая, телефон дешевый. Но издали, конечно, это далеко видать будет. Вон, ну вот сейчас вот появилось. Здесь вот здание двухэтажное у меня прямо по курсу. Естественно, на дворе ночь. 11 часов. О, зайцы, два зайца тут бегают. Да. Ну где же я их тут сейчас увижу? Это, конечно, вернее, зайцы-то есть, а камера их, конечно, не снимет.